На Камчатке разгар туристического сезона. Люди все чаще выезжают за город, иногда с применением средств высокопроходимости, и случается, что эти средства застревают. В этот момент люди, иногда находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызывают спасателей. Приезжают спасатели, начинают поисково-спасательную операцию, и поступает требование о том, чтобы вытащили их транспортное средство из болота, из реки или там еще откуда-нибудь. Сообщаю, что спасатели Камчатского краевого учреждения ЦОД этим не занимаются. Мы спасаем только людей. Это наша главная задача. Иногда спасатели докладывают о попытках их заставить вытаскивать технику, попытках, так сказать, вступить с ними в конфликт или даже в драку. Так вот, все подобные попытки немедленно докладываются в ОВД, и реакция будет очень жесткая. Я обращаюсь к подобного рода отдыхающим. В то время, когда спасатели спасают ваши жизни и тратят на это время, в это время настоящие потерпевшие могут помощи не получить, потому что количество спасателей, оно ограничено. И я прошу всех отдыхающих, туристов не злоупотреблять вниманием и возможностями спасателей. Повторю еще раз, мы спасаем людей. Это самая главная наша задача. Но в то же время жизнь и здоровье спасателей также является безусловным приоритетом.